В этом видеоуроке мы поговорим на тему «Заработок с Globus Inter». Итак, заработок происходит с помощью программы. Заработок будет происходить за счет того, что вы будете просматривать рекламу. И за это вам будут зачисляться деньги. Выплата происходит в евро. Итак, сейчас наглядно покажу, как же заработать на этом проекте. Если вы нашли видеоурок на YouTube, в описании к видео будет ссылка на эту страничку. Перейдите по ссылке, откроется данная страничка и кликните по регистрации. Итак, откроется данный проект. После регистрации и авторизации у вас откроется такое меню. И тут кликните вверху по вкладке «Новичка». Далее тут есть вкладка. Ну, тут главное прочитайте об этом проекте. Тут не так много написано. О рекламе, которую вы будете просматривать. О самой программе, в которой будет происходить заработок. Ну и так далее. Итак, и теперь кликаем о программе и вкладка программы. Итак, в зависимости от того, какая у вас операционная система, скачивайте программу. Если Windows, то вот кликаем по этой кнопке и программа скачивается. Весит она, ну вот как видели, очень быстро скачалась, меньше мегабайта. Итак, теперь устанавливаем программу. В программе нет никаких вирусов. Вы можете, если у вас антивирус, можете проверить эту программу перед установкой на вирусы. То есть тут нет никаких вирусов. Итак, теперь устанавливаем приложение. Так, и теперь нужно указать логин и пароль от аккаунта, который, с которым вы регистрировались. Так, указываю логин и пароль и кликаю «Вход». Вы успешно вошли в программу. Итак, инструкция по заработку. Вспомнить про знакомым показателям проекта. Получить 10%. Так, и теперь можно начать заработок. Кликаем «Play». Вы уверены, что хотите, чтобы контент не отображался автоматически, а были только уведомления. Окей. Итак, и теперь начинает происходить заработок. Итак, ну стоит отметить, что рекламы тут не так много. Вот пока программу запустили, но рекламы не видно. Так, это значит, пока временно рекламодатели рекламу не дают. Ну вот справа внизу, вот кнопка есть пауза, если вы хотите остановить. И... собственно, вот так вы можете ей пользоваться. Итак, вы можете свернуть программу в трей. И тем самым, собственно, чтобы она не мешала вам. Так, ну, собственно, внимательно ознакомьтесь с этим проектом. Тут в разделе «Мой статус» вы можете поменять свой статус. Приобрести премиум плюс. Чем эти статусы отличаются, вы почитайте. Также о регламенте. Вот можно просто почитать информацию, чем отличаются эти статусы. Итак, и, собственно, как видим, проект довольно посещаемый. Около 100 тысяч пользователей каждый день посещает этот проект. Итак, если вы хотите стать рекламодателем, можете заказать тут рекламу. Вот тут тарифы разные. Платит проект. Ну, вы, собственно, даете рекламу в евро, и пользователи получают оплату в евро. В разделе «Мой баланс» вы сможете наблюдать свой баланс. Вот у меня уже за просмотры. Ну, конечно, это не так уж и много, но все же заработок. Итак, в разделе «Вывести средства» вы сможете выводить средства на свой счет WebMoney в евро или PayPal. Так, ну вот и все, что хотел рассказать. Зарабатывайте на Globus Inter, скачивайте программу, далее в трей поместите, она не будет вам мешать. И после чего... время от времени будут вам поступать деньги за просмотры сайта. Всего доброго!